король, я король, и моя королева. И мы, да? Я король, а ты моя королева. Поехали дальше. Ой, неправильно сделал. Ай-яй-яй. Окна не мыты. Скотч, скотч. А я уже не боюсь. Здоровый. Как это, как самолет? Я на верхушке. Ой, а я чё, не отключился? Да. Думаешь, что я еду? А я еду. Да, не края. Гулять. Сейчас выходим. Старый. Театр, старый дом. Смотрите. Тыры-тыры. 11 декабря должно быть. Это наш Александр Коровкин. Комедия будет. Не знаю, 18 часов 11 декабря. Куры-муры. Шуры-дуры. Короче, ребят, привет еще раз. Гуляем. Гуляем. Поговорим. Поговорим. Короче, сегодня я делаю эту, как ее, шарлотку. Такая хорошая, вкусная. Попробовал сегодня кусочек. Ну, кто хочет, посмотрите трансляции. Я не знаю, когда этот ролик выйдет. Но я так по мере выпускаю, когда накапливается видео там на 10 минут, на 20. В основном на 20, на 19, 14, вот так вот. Ну, так собираю кусочками. Тыры-пыры, растут тыры, понимаешь? Знаешь, что хотел сказать? Я уже и забыл, понимаешь? Ой, память не та совсем уж. Короче, что хочу сказать. Сходил я в церковь, поставил эти свечки за здравие, за покой, короче говоря. Короче говоря, вот так вот поставил, помолился, исповедовался. Короче говоря, вот так вот. Что-то самогодка пахнет. Вы не нюхаете? Не учуяли? Что-то правда, самогонка пахнет, девочки-мальчики. Да. Самогонка пахнет. Значит, я святой еще. Святой Сергей Радонежский, да? Девочки-мальчики. Девочки-мальчики, мне так вот... Что хочу сказать? Ну, самогонка пахнет. Наверное, это в ресторане так. Песня такая есть. А в ресторане. А в ресторане. Да. Девочки, мальчики. Сколько сходил бы. Грехи отпустили. Да. Короче говоря, вот так вот. Ну да ладно, ничего, ребята. Все нормально, все хорошо. Ой, легче стало на душе моей. Кстати, сходите в церковь, грешники, а грешники? Вот, сходите в церковь, помолитесь, отмолите свои грехи. А то я не понимаю, девочки, мальчики, когда пишете гадости, для вас это кайфово и прекрасно.
другому человеку, да? Когда его не знаете, этого человека, но вы пишете гадости. Правильно? Правильно. Я же вообще верно изъясняю. Ой. Поедем мы на лыжах, поедем мы на лыжах, будем ехать мы на лыжах. Не, как на лыжах надо, как одна говорила. Давай-ка, бери свои лыжи и вперед, говорит, и вперед, едь по, на своих лыжах куда-нибудь. Да, рука мёрзнет, девочки, мальчики, я уйду. Я вообще удивляюсь. Да, так тихонько иду. Как так, и вокруг меня никто, никого. Ой, ребят, что хочу сказать. Жизнь прекрасна всё-таки. Живёшь так. Хочешь? Сам, что хочу я сказать? Мне абсолютно вот хочется быть добрым человеком. Добрым, позитивным. Как, знаете, девочки, мальчики, когда идешь. Иди на свет, девочки, мальчики. Вот этот спилили, короче, не видно тут. Этот туполь. Старый туполь. Спилили. Спиляли. Этот, короче говоря. К свету, девочки, мальчики. К свету. Мы идем к свету. Привет. Привет. Короче, дело к ночи. С фонарем идем. Вот я сегодня, знаете, сходил в церковь, помолился. Так хорошо стало на своей душе. Представляете? Ну да, холодно сегодня. Надо было днём идти. Ну ладно, ничего. Мысли совсем. Не, все нормально. Улица. Сейчас кружочек проделаем все. И все. Вот. Так на душе просто. Хорошо. Да. Тыры-пыры растутыры. Надо, знаете, на эту. Щеки красные, как будто, как это, знаешь, как будто в бане какой-то был. Понимаешь? Вот, как будто в бане был. Мысли совсем другие. Да, девочки, мальчики? Мысля приходит опосля. Да, ребят? Мысля приходит опосля. Ой, ребят, жизнь прекрасна. Спору нет. Если хочешь, не придет, понимаешь? Короче говоря, вот так вот. Ой. Сейчас время такое, девочки, мальчики, очень, так сказать, тревожное. Думаешь, как, чё, зачем, почём? Правильно, девочки, мальчики? Ой. Ой, вот тебе фасы и это, и профиль. Да, девочки, мальчики?
детишки. Ой, господи. Ладно. Немножко проходили. Видите, у меня даже глазки немножко это заплаканы такие. Не, это просто возле этого, возле иконы стоял. Молился. Тыры-пыры растут, тыры, понимаете? Вот и поговорили, девочки, мальчики. Я таких людей, вот которые вот пишут гадости, да? Ну, я не, больше не буду о них говорить. Понимаете, если я о них не говорю, значит, все я делаю правильно. И они уже молчат, бесятся. А что делать? Да? Ой. Что им делать? Написали гадость. Они у них на душе. Они о своих родных не думают. Правильно? О своих родных не думают. Что у них, у самих такое будет говнянство, понимаешь? Вот. Понятное дело, что хочется им повеселиться. А обычному человеку что? Мне вот, мне пофиг на таких людях. Понимаете? Ладно, девочки, мальчики, на этом я заканчиваю свое видео. Берегите себя. Будет вам счастье и покой. Короче говоря, вы поняли, да? Вот так вот. Всё. До следующих видео. Может быть, что-нибудь интересное будет сниму.